Эйфория по поводу предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет в Бразилии, охватывает все больше людей. Так, в Колумбии в рамках ежегодного местного фестиваля «Понча» провели шуточный футбольный матч среди овец. Сегодня мы отдаем дань уважения нашим животным, которые производят шерсть для изготовления пончо руанос. В качестве предисловия к чемпионату мира в Бразилии мы проведем матч между колумбийской и бразильской национальными сборными овец. Овечий турнир проводят по приказу городских властей города Нопса. Он так и называется – Овечий кубок мира. Мохнатые игроки, одетые в цвета национальной сборной Колумбии, соревнуются с овцами в форме команды Бразилии. Сегодня мы собрались в честь того, что колумбийская команда будет соревноваться за Кубок мира. И хотя было заметно, что эти игроки больше заинтересованы в том, чтобы пощипать травку, чем играть в футбол, один гол в ворота Бразилии все же попал.